Оживленная беседа до начала круглого стола о самом главном – вопрос объединения организаций и союзов. В Севастополе их насчитывается около 10, стоит уже не первый год. А поговорка «терпи, казак» порядком надоела. Пришло время действий. Если мы нацелены или патриоты своей родины, то мы должны быть едины. Возрождение вековых традиций, воспитание молодежи, участие в крестных ходах и патриотических мероприятиях. В некоторых случаях даже военная подготовка – тоже их рук дело. В феврале, когда над Крымом нависла опасность, на улицах началась уже не детская игра в казаки-разбойники. Они и сейчас, наряду с полицией и общественными организациями, продолжают охранять порядок в городе. Первое, кого я сказал и поставил задачу начальнику милиции привлекать поддержанию порядка, да, и к патрулированию. Это, я сказал, казаков, вас. И слава богу, что вы откликнулись. Ну, с первого дня работаю. Я знаю. Сейчас в городе рассматривается вопрос создания при правительстве отдела по делам казачества. Сергей Миняло предложил атаманам предоставить ему план действий для дальнейшего развития объединенной организации в Севастополе. А в субботу в центре города состоится смотр казачьего войска. Александра Толкачева, Олег Иващенко, программа «Наше время».